Йоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть в Shadow Fight 2. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Ставь лайк, если все-таки соскучился по вот этой вот игрушке. Блин, на Nintendo она действительно прям другая. Мне это очень нравится. Сегодня мы с тобой поиграем за Асу, но следующая серия... Наконец-то мы продолжим историю сенсея. Именно следующая серия будет посвящена истории сенсея. Так что, бро, не забудь поставить лайкос. Мы с тобой продолжаем. Ну что же, друзья, сначала мы, конечно, по традиции одолеем с тобой. Так, магия. Да-да-да. Я купил наконец-то магию, друзья. И смотри, как она отображается, где она находится. Это очень круто. Так, давай, на грушу сейчас немного потренируемся. Так. Так, кусаригама у меня также есть. Вот такая вот магия. Просто посмотри. Давай мы с тобой зайдем сейчас в магазинчик, братишка. Я тебе покажу. Так, кусаригама у нас полностью прокачана. Мантия ночи, корона ночи. Офигеть, да? А вот метательное оружие я до сих пор не купил. Это просто фейспалм, но не переживайте. Так, магия темной крови. Кровотечение. Шанс вызвать у противника убывание. Короче, хана этой осе. Надеюсь, не будет сегодня серии такой: «Как же я ненавижу осу!» Ребята, вы, наверное, помните, что я, по-моему, 3 раза пытался ее одолеть, прикинь. Это капец. Не на Nintendo, а на эмуляторе, в общем, на мобилке. Это просто жесть, как она меня бесила, эта оса. Но теперь я уже стал смышленнее, опытней. Поэтому все, сейчас мы с ней раз и навсегда покончим. Итак, самые простые удары просто кусаригамой. Оп, оп, все. Ух. Фига, мы просто ей нормально так накидали. Так, сразу, когда плотничок, уже понятно, что кусаригама здесь... Так. Здесь не применяем магию пока что. Хотя, я думаю, кстати, она мало. Ох, пошло, поехало, смотри. Тихо-тихо-тихо-тихо. Добивалочка, ноги для чего тебе, братан? Все, вынесли. Следующий раунд мы с тобой магию точно применим. Вообще, по факту, надо на третьем, так. Фух, я уж подумал, зависло мне это. Я помню, когда вылетало, блин, на эмуляторе, это прям вообще бесило. Знаешь, такие моменты ужасные. О, она не потратилась? Серьезно? Ух, черт, она стала, конечно же... Ух! А почему? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как же мне это бесило, вот этот вот приемчик! На! Я сдох, отшипая ее! Пипец! Так, ребята, ладно. Продолжение банкета, как говорится. Блин, очень тяжелые удары. Все, я сразу забыл про расстояние. Заметил, да, ты, бро? Я сразу просто позабыл. У меня сразу цель, типа, уничтожить ее. Сильная зараза. Капец, просто бесит меня уже. Жесть наказывает просто меня. Ну все, офигеть, она просто забрала мои раунды. Да что за фигня происходит? Так, ладно, ребята. Блин, что бы нам придумать-то такого? Просто-напросто сейчас отходим с кусаригамой. Есть. Так, хорошая попытка. О, отлично, 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 отлично. Хорошая попытка. Ух. Ух. Ну все, добивать надо. Да, тут мы с тобой уже хотя бы... Пукан наш не бомбит. Но все равно. Что я наделал? Вдова сказала мне, что власть будет в моих руках. Если я сделаю все так, как она говорит... Она убедила меня, что только предав своего отца, я покажу всем, что править должны женщины. Таинственная фиолетовая печать. Так, это уже не наше дело. Однако меня заинтриговала эта вдова. Ах ты старый.
Старый, блин, засранец. Акт 5. Ну, глава 5. Величайшие искушения. В общем, наконец-то мы здесь историю сенсея уже посмотрим. Открыт новый герой в режиме спарринг. Вот, вот что нас интересует. Итак, любопытный экземпляр. Так, 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 так. Мы, понятное дело, что нас любит, понятно, что она говорит. Да. Не забывай, что ты выиграл не все бои позже. Это я знаю. Итак, мы сейчас выходим в меню, ребята, и сейчас самое офигенное. Это спарринг. Да ради всего вот... Вот мы тут собрались ради вот именно этого. Прыжок от стены. Необходимо стоять возле стены, а Саня уязвима во время полета. Ты представляешь? Это вот это меня больше всего в жизни бесило. Вот это ее способность. А что если мы ей дадим другое что-нибудь? Так, против мясника. Давай против мясника. Вот сейчас мы можем с тобой реально что-то такое придумать прикольное. Так. Давай, мясник. Землетрясение, отлично. Вот, использовать у стены зел. ЗР. Ага. Так, а тут типа стен. Стой, тут типа стен нет или как? Не-не-не, стенки тут есть. Прошу прощения, пацаны. Извините, спасибо огромное, кто мне пожелал. Будь здоров. Это просто чисто имба, это... Ля, это просто, я не знаю, она... Я не знаю, она, мне кажется, перебьет даже Титана. Офигеть. Я офигею, чуваки. И она очень быстро накапливает... Она, я не знаю, этого мясника. Но вот оса против осы, ребята, это вот уже интересно. Куда она полетела? Блин, она круто так летает, если честно. Мясник хоть ее немного приостанавливает, но это пип... На, просто! Притом она, смотри, даже не оружием его пронзила, да? А, скажем так, головой своей головой. У ней что там в голове? Так, выходим. Офигеть. А теперь представь, если мы осе дадим совершенно другое оружие. Просто совершенно. Так, это понятно. Нагината осы. Вот скажем так, что если мы ей дадим какое-нибудь зверское оружие под названием когти рыси? И сыграем против... осы. Ей дадим не знаю, с таким мясника что получится? Что из этого получится, друзья? Давай посмотрим. Я не представляю просто. Я просто не могу. Прыжок от стены. Это что-то, наверное, с чем-то. На нафиг. Сейчас мы попробуем полететь. Так, летим. На нафиг, вот это вот оса, я понимаю. Мы чисто... Ух, у ней же еще и способность, это что она... О, это будет действительно серьезно, чуваки. То есть бот... Смотри, бот нам... Капец, нас бот действительно немного шпарит. Ёкерный бабай. Ну-ка, давай. Уф! На. Пш, уф. Офигеть! Это прям очень круто. Я не знаю, мне кажется, осе, вот по способности этой никто не конкурент. Ну, посмотрим, что там у Титана. Я уже даже забыл, какая у него-то способность. Тут за Титаном можно поиграть будет, это пипец. Не, ну может это Мэй, но мне кажется, это Титан. То есть за Титаном можно поиграть. Блин.
Сейчас на нафиг, полетели. Блин, чисто вот этой вот способностью можно выносить. Но это неинтересно. Это неинтересно в плане, например, ты с другом играешь. Вот было бы... Ты это видел? Это вообще было очень круто! Вау! Вау, просто! Офигеть, ребята! Так, кто бы... Вот на самом деле... Мясник мясником, но рысь самый... Так, не-не-не, мы за него играть не будем. Мы будем играть за осу. Мы ей дадим что-нибудь такое... Ну, я не знаю, мне нравится, в принципе... Ярик. Давай Ярика. Яри. Не знаю, Ярик меня прикалывает. И... Стой, какая роза? Не-не-не, роза я понимаю, конечно, все, но... Блин, опять все заново, ребят, извините, пожалуйста. Это потому, что у меня... Дрифтит джойстик. Из-за этого такая вот фигня происходит. Ну, давай посмотрим. У рыси невидимость... Ай, рысь невидимость, это фигня. Но он, капец, хорошо дерется. Рысь. Поэтому я не знаю, ребята. Не, Ярик тут может вынести. Но невидимость — это полная шляпа. На нафиг. Сейчас мы чисто стоим на... А, он... Если он близко, почему? Почему урон его не коснулся? На нафиг. Просто не соперник даже. Так, сейчас мы красивые его от стенки. Офигеть. Вот поэтому, ребята, я и бомбил то, что оса — это жесть. Вот с этой способностью дурацкой. Ее никак не остановить. Можно пригнуться как-то там быстренько, но... Это тяжело. На нафиг. Еще мне твоя невидимость. На, Яриком. Просто что она творит? Блин, вот видишь, можно пригнуться так. Он ничего даже не пускает. О, пригнулся, он пригнулся. На. Капец, ну и битва, конечно. Ладно, ребят, на этом мы с тобой пока что заканчиваем. Знаете сразу, что клевая все равно серия получилась. И следующая, наконец-то, друзья, наконец-то мы историю сенсея поиграем. Потом, понятное дело, мы какой-нибудь сет соберем. Потом мы поиграем за вдову, ну и т.д. и т.п. На этом все, бай-бай, дорогие братишки.